Приветствую. Вот я снимаю на три ноги. Сегодня купила селфи-палку. Правда, разъем не очень подходит. Как-то тут фотка через задержку, а видео, конечно, могу просто нажимать легко. До сих пор не понимаю, куда смотреть. Куда-то вдаль. Так что буду как будто в сторону всегда смотреть, пока на видео, потом приноровлюсь. Сегодня я купила вот такую расческу, типа Тангел Тизер. Ну, в общем, она мне, конечно, понравилась, как расчесывает, потому что расческа – это очень важно. Но немножко, мне кажется, зубчики островатые. Ну, так-то приятно. Как-то по-другому ощущение. Сегодня я вам ладом покажу. Вчера показывала спрей из мяты. Разведен у меня где-то 4-5 частей водички, столовых ложечек и столовая ложка мяты. Так, нужно вот так разделить пробор полностью и на корне напшикать. Вчера я вам чуть-чуть показала. Сейчас послабее сделала раствор, поприятнее. Но длину лучше не делать, чуть-чуть сохнет. А, что я вчера забыла сказать. Вот этот спрей, он не окрашивает волосы, хотя он вот такого цвета зеленого. Как вам его показать? Вот он там. Вот видите? Цвет такой приятно нежно-зеленый. Ладно, я дальше продолжу уже без вас. Вот таким образом вы вшикаете все корешочки. Сейчас в следующей части я вам хочу показать, показывать противопаразитарные курсы, рассказать, как можно пить, и также расскажу, как пью я.